12 режиссеров из России и ближнего зарубежья приехали в Нижегородский театр комедии. До 14 мая авторы будут работать над этюдами по пушкинским повестям Белкина. Для комедии это знаковое событие. Лаборатория – это пространство, где проводятся мастер-классы, творческие поиски методом проб и ошибок, что очень важно и для театра, и для артистов, а значит и для зрителей. Итогом выездных занятий станет создание новых спектаклей на основе разных повестей Белкина в нижегородских театрах. Надо все время ставить перед собой какие-то вызовы, вопросы и учиться. А как по-другому? Тем более, когда приезжает режиссер из какого-то далекого города, предположим, откуда-то издалека. То есть картинка-то у него все время одна, он варится в собственном соку. Ему нужно немножко расширить кругозор, увидеть что-то другое. Очень нужное, важное, полезное дело для театра комедии, для всех нижегородских театров, для всех нижегородских артистов, режиссеров.